Приветствую вас, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти. Мы снова с вами встретились в игре Scrap Mechanic. И сегодня будем рассматривать карты подписчиков. Но сначала, конечно же, обратите внимание на мой новый джинсовый костюм, который сделал специально для меня Данил Климов. Спасибо большое, Данил. Так, ну а это у нас постройка у нас от подписчика Ника Макино. Постройку можно скачать в группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, скачивайте, играйте. Так, ну что же, давайте мы посмотрим на построечку. У нас 4 двигателя, у нас большущие колеса модифицированные. Я попробовал сварить подвеску, но подвеска перестала работать. То есть сварка не всегда хорошо. Так, что ж, давайте сядем за руль этого монстра. Так, я за рулем, закрываем двери и съезжаем с этой эстакады. Что ж, машина, конечно же, тяжелая, и поэтому у нас такой развал колес. Так, что ж, давайте остановимся и посмотрим, что к чему привязано. Первая кнопочка у нас открывает первую дверь. Это у нас просто лимузин, тут 6 дверей. Вторая кнопочка у нас открывает капот, где установлен мощный 12-цилиндровый двигатель. Так, третья кнопочка у нас открывает багажник. И четвертая кнопочка у нас запускает задний мост, то есть подключает задний мост. Видно, что он вращается. Если мы отключим, он все равно продолжает вращаться. Но что-то же... А, понятно, то есть у нас двигатель запускает, четвертая кнопочка у нас запускает двигатель. Так, ладно, закроем капот, закроем дверь и давайте протестируем этот автомобиль. Естественно, что мы уже видели, что он с легкостью преодолевает вот это вот препятствие, эстакаду. Так, здесь, я думаю, тоже он пройдет, хотя нет, он застрял. Ладно, едем дальше. Внедорожник, который застревает. То что ж такое-то? Непорядок, так не должно быть. Так, ладно, давайте мы попробуем просто поехать по неровностям карты Scrap Mechanic. Я думаю, что подвесочка очень хорошая, и из-за нее карта лагает. Так. Что ж, мне внедорожник очень нравится. Я бы на таком покатался, по таким местностям. Но давайте перейдем ко второй постройке, тоже от подписчика Ника Макино. Это у нас Mercedes лимузин. Что ж, ребята, мы продолжаем рассматривать постройки наших подписчиков в игре Scrap Mechanic. И это у нас вторая постройка от Ника Макино. Это у нас классический Mercedes лимузин белого цвета. То есть на канале Ниль Горна вы могли видеть эту построечку в черном исполнении, но я решил, чтобы полностью не копироваться, взял и перекрасил ее как снутри, так и снаружи. Мне кажется, белый цвет этому Мерседесу тоже очень идет. А вы в комментариях пишите, какой же все-таки цвет подходит для этого Мерседеса, белый или черный. Так, что же у нас тут есть? Давайте мы сядем за место VIP-персоны, сделаем вид от первого лица и посмотрим, что же у нас тут есть. Есть кнопочка, которая открывает, закрывает двери. Салон очень просторный, тут 4 сиденья, есть компьютер, есть стереосистема, есть термос, возможно, с кофе или чаем. Так, что же тут есть еще? Чтобы открыть крышу, нам нужно встать, либо это делается с места водителя. Но мы сделаем это с места пассажира. Так, я встал, не очень удобно, сразу же переключаемся, вид от первого лица и нажимаем. У нас складывается крыша, чтобы нашу VIP-персону обдувало ветерком. Так, сделал от третьего лица, то есть если мы едем, нас обдувает ветерочком. Открываем дверь и давайте пересядем на место водителя. Закрываем двери, потому что там функционал намного больше. Открываем место водителя. Садимся. У нас с вами 6 кнопочек, которые отвечают. Давайте посмотрим, за что. Первая кнопочка открывает и закрывает дверь водителя. Вторая кнопочка складывает крышу. То есть, как вы могли видеть, это можно было сделать из салона. И можно сделать
с водительского места. Закрываем и открываем. Третья кнопочка у нас открывает багажник, в котором нету запаски, но в принципе, я думаю, что это не такая проблема, что запаски нету. Давайте мы закроем. Четвертая кнопочка запускает двигатель, то есть, если мы откроем капот, пятой кнопочкой у нас видно, что двигатель работает. Давайте закрываем и отключаем, чтобы было немножко потише. И шестая кнопочка у нас отвечает за сигнал. Сигнал тоже этому автомобилю очень подходит. Окей, давайте закроем двери на кнопочку 1 и попробуем проехаться на этом автомобиле. Автомобиль достаточно шустрый, но, конечно же, ему не ездить по таким дорогам, потому что, ну, сами видите, какой у него просвет. Что ж, построечка очень хорошая. Мне нравится даже больше, чем предыдущий внедорожник, хотя я люблю все-таки внедорожники. И давайте перейдем к другой постройке от другого подписчика. Ну что ж, друзья, вот у нас и третья построечка на сегодня. Это у нас бульдозер от Ивана Антипова. Такой вот мощный бульдозер, хотя компактный бульдозер. Так, что ж, давайте посмотрим на него, обойдем его со всех сторон. Гусеницы, конечно же, Иван не сделал, потому что, скорее всего, это бы вызвало огромные баги. Но теперь со сваркой можно делать и гусеницы. Так, что же у нас тут есть? У нас есть ковш. Давайте сядем в бульдозер и посмотрим, как же он работает. Всего три кнопочки. Первая кнопочка опускает его на землю, и мы можем собирать мусор. Так, вторая кнопочка у нас включает растеры, которые разворачивают бульдозер. Иван, нужно было сделать, наверное, на баге. Третья кнопочка у нас поворачивает бульдозер в другую сторону. И давайте попробуем собрать мусор, что ли. Опускаем. И поехали вперед. Так, что ж, вот очень неудобно при помощи трастеров это все делать. Сейчас мы, скорее всего, упремся в мусор, если он у нас... Хотя нет, он у нас не прикреплен к земле, и поэтому мы можем его сдвигать. Так, окей. Поднимаем. Еду назад. Тормозим, нажимаем и давайте снова уберем мусор в сторону. Расчистим нашу дорогу. Так, вот такой вот бульдозер. Ну, в принципе, достаточно интересная идея. Так, поднимаем и едем назад. Сейчас я хочу разрушить вот этот маленький домик, который, либо что это у нас такое находится рядышком. Поворачиваемся. Опускаем ковш. И давайте стартанем. Разрушим все, что здесь есть. Что ж, ребята, вот такая вот построечка была от Ивана Антипова. Бульдозер. Хорошая идея для грязной работенки. Ну что ж, я на этом прощаюсь с вами, ребята. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, где вы найдете эти постройки. С вами был Висконти. Всем пока.